сейчас я дойду ему, дойду до этого, ему это скажу, блин, то... Ну, то есть все, так, наверное, и останется, блин. Что, я потом буду, блин, назад, что ли, это самое? Я тебя тут оставила, блин, а он там... Да даже если он там появится, что... Не, ну я, знаешь, как я ему, если это скажу... Если это скажу, то, понятное дело, скажу, что я тебя не... Должна не видеть, не слышать. Какой-то период, чтобы тебя забыть, блин. И все. Короче, не знаю, что это. Ладно, посмотрим. Посмотрим, короче, бум. До понедельника доживем. Пускай он гуляет свой этот самый, блин. Понедельник посмотрим, блин, что он как он все будет. Посмотрим. Да, я постараюсь не писать. Вот сейчас вот он. Я сейчас это сам. Но я постараюсь не писать. Я сегодня с утра вот написала это, посмотрела на его эту самую как бы реакцию. Но... Да, то есть как бы там пламенный поцелуй. Вот. Но это как бы уже была хорошая, сразу же причем, да? И я даже не разговариваю, блин, с моим, блин. У меня голова очень сильная себе, блин. Снимать толком ничего не снимаю. Да, ну я это самое свалю на какую-нибудь твою историю. Я тебе советы даю, блин. Нет, это самое. Боже, ну таки целый день не брал телефон. Ну подожди, слышали, слышали, что упал. Вот. И это самое. Когда я поняла, что ему на меня глубоко посрать. Вот. Тогда уже началась эта дружба, и началось вот это вот, мы пошли в это место вместе, но... И бум. Ma deve, ma sei capace, perché se il dottore ti dice scusate, deve scattare una molla in terra. Allora, andiamo di là a prendere... Guarda, firma gli sposini là, sotto la tettoia. Vai, protezione civile che facciamo qua. Adesso ti aiuto, guarda, fammi girare che ti aiuto. Ieri è un bel giro. Ho fatto un bel bollo nella macchina, tanto per cambiare. È un dato di fatto. Allora di fronte
paese libero, civile e tollerante proibisce, cioè, la costruzione di moschee, ma in un certo senso ha diritto di proibire. Io dico che mi preoccuperei comunque di questa osservazione, innanzitutto comincia l'agenzia di rating, poi ne verranno altre osservazioni sicuramente, perché l'instabilità politica di questo paese è veramente molto, molto forte. Oh, Valent, ma sei passato tu ieri sera a mettere la freccia. Che no, no. Ricordava prima Andrea, cioè di gente che dice parliamo del lavoro, parliamo dello sviluppo, sì, ma parliamone, perché nel senso che allora uno un po' di pazienza va a guardare dentro questo bene l'affidabilità del debito italiano a lungo termine è stata considerata ieri da Standard & Poor's, la stessa forma identica al passato, cioè non è stata modificata in niente, e invece è stata fatta una previsione che vada dallo stabile al negativo.